Распаковка заказа с сайта мыло Опт. Сегодня у нас вот такая вот распаковочка. Сразу хочу обратить внимание на то, что белая глина была немножко негерметично упакована, и она мне немножко обсыпала коробку. И, в общем, бутылёчки могут быть в белой пыли. Это из-за того, что была некачественно упакована белая глина. Давайте посмотрим все же, что нам пришло. Килограмм кокосульфат натрия. Был запакован в доп-пленочку еще. Килограмм белой глины, это я уже перепаковала, поставила в еще один свой пакет. Килограмм кокаилазитианат натрия, 1 килограмм. И 1 килограмм голубой глины. Также здесь пришло 3 бутылечка по 10 миллилитров лимонное эфирное масло. Вот они. Видите, немножко все-таки рассыпалось. Также пришло 3 бутылечка по 50 миллилитров гидролизат протеинов шелка. Вот также пришел жидкий шелк. Этикеточка кривовато немножко наклеена, но это не влияет на качество продукта, что очень важно. И еще один бутылечек редкого шелка жидкого. Также протеин кератина 50 миллилитров, 3 бутылечка. Очень жаль, что нет фасовки хотя бы пол-литра. Есть на сайте только такой. Меньше и, наверное, литра. А что-то среднее взять нельзя, к сожалению. Протеинов кератина еще 50 миллилитров. Также гидролизат протеинов пивных дрожжей 50 миллилитров. И третий бутылечек протеинов пивных дрожжей 50 миллилитров. Также 3 бутылечка витамина Е 25 миллилитров. Вот, срок годности хороший, до 22 года. Вот. Витамин Е. Также у нас есть фитокомплекс для стимулирования роста волос. 25 миллилитров, срок годности тоже до сентября 22 года. Вот. Такие вот бутылечки. Также у нас пришел комплекс СО2 для предотвращения выпадения волос до 22 года, также срок годности. И комплекс СО2 тоже для выпадения волос. Два одинаковых получается. Да, оба для выпадения, от выпадения волос. И также 50 грамм спирулины порошок. И упаковка красной глины, нет килограмма, это сильно много, мне было и меньше, по 20 грамм пришлось взять вот 3 упаковочки. Вот так вот пришел мой заказ. В общем, я довольна, то, что она немножко просыпалась, это для меня не критично. Вот, спасибо большое всем, кто оформлял мой заказ и доставили его достаточно быстро.